Да. Так я паспорт могу забрать? Это кто? Антон Пильников. Нет, Пильников, Антон, ты меня подождешь. Я приеду с отдела, освобожусь. Мы в Москве я могу сам приехать. Ну, я могу сам подъехать. В отдел? Да. Куда угодно. Куда угодно. Через сколько ты будешь в отделе? Я сейчас в отделе. Куда еду? В каком отделе? На Кирова. Давай, Серега. На Кирова? Через 10 минут. Да. Давай, через 10 минут подъезжай. Давай, давай. Все окей. Хорошо, сейчас буду. Где отдел? На Кирова. Опять на С ним в офис пришел паспорт забрать, который участковый. Ну вот и еще что-то, молодец. Ну конечно. Я паспорт обратиться не могу. Да какая разница вообще, ну? Мы пришли за паспортом. Кто? Ну я и он. Кто вы? А вы кто? Вы представились вообще со мной разговаривать? Кто? Какой старший? Подождите, вы мне звонили? Нет. Не звонил Пильников Антон, ты будешь со мной разговаривать? Нет, ну пусть заберем паспорт просто. Давай вещей, все, пошли со мной разговаривать. Какой-то он агрессивный. Я тоже, да, пойду, но я не хочу вообще. Ну дадите паспорт или нет? У меня нет паспорта. Пошли. Антон, расскажи, что происходит у тебя? Что происходит? Пришел участковый домой, забрал, повез на свидетельствование, сдали анализы, пошли в отдел, начал оформлять протокол, взял паспорт, говорит, паспорт пока побудет у меня, завтра принесешь военник. Ну, как-то все это забылось, и в следующий раз пришли, забрали из дома, завезли на суд, осудили, оформили, паспорт так и не отдали и не собираются отдавать. Ну, вот получается, позвонил в службу безопасности, в 102, в прокуратуру, никто ничего не может сделать, никто не может помочь. Участковый осознанно нарушает закон, но никто ничего не делает. И паспорт он не собирается отдавать. Как тебя зовут? Антон Александрович Пильников. А участкового? Участкового, суглоб Андрей Иванович.